Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в кемалочку на сериал Один Хриплей. Первый сир, моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, пацаны, сегодня будет очень интересная серия. Сегодня я наконец-то куплю очень интересную машину, которую я очень давно хотел. Да, это, пацаны, дорогая машина. Скорее всего, по превью и по названию вы уже догадались, что это за машина, в принципе. Поэтому не будем тянуть. Сейчас я направляюсь на улицу. В принципе, мне нужно слить в ГОСТ две машины. Это Кадиллак. Зачем я буду Кадиллак сливать? Да, потому что мне нужно на него поставить, точнее, с него забрать номера, вот эти 3Т, 3 шестерки, и я планирую поставить эти номера на майбах. Вот такая вот тема. А вторая машина — это Лада Вест, которая мне выпала с рулетки, и ее как бы нужно продать. Надеюсь, что эти номера никто не займет, просто я на это надеюсь, потому что это будет пиздец, если эти номера займут. Давайте пропишем команду sell car, в принципе, так, за 2 миллиона, да, мы ее сливаем, в принципе, в ГОС. Так, все, я ее продал. Теперь пишем Паризе, все, я забрал. Так, Лада Вест, все, ее тоже на нахрен продаем. В принципе, 360 тысяч, я думаю, на полу не валяется. Все, теперь садимся в BMW, едем в автосалон и покупаем майбах. Потом я релогнусь и поставлю, в принципе, на него номера. Пацаны, с вас обязательно лайки. Я думаю, вы меня понимаете, пацаны, я очень давно хотел эту машину. Да, я очень хочу себе R6, но понимаете, если я сейчас себе ничего не куплю, я, блин, могу эти деньги просто просрать. Когда у меня много денег, я всегда добрый и раздаю бабки постоянно лево-направо. Эти бабки раздаю, в принципе, и могу себе что-то купить вообще галимое, понимаете? Потратить деньги в жопу куда-то, блин. Купить галимый бизнес, галимую машину какую-то, либо вообще пойти в казино. Поэтому лучше, если я куплю машину, буду кайфовать, потом R6 выйдет, я продам майбах в ГОС и куплю R6. Либо ставлю майбах, не знаю, посмотрим, в принципе. Надо быстрее ехать в автосалон, чтобы не заняли номера, а то мало ли кто-то попробует эти номера себе поставить на машину. Это будет на самом деле пиздец. Так, все, я уже подъезжаю, в принципе, здесь бросаю машину, чтобы нас не посадили, а то мне бежать в лом. Как бы, да, пусть бэха здесь стоит. Сейчас быстро покупаем майбах, релогаемся, ставим номера. Ну, а там уже разберемся. Главное, чтобы номера никто не занял, потому что номера очень годные. Так, вот майбах, все, в принципе, покупаем. Так, давайте я что-то отключу, купить. Так, делаем тайм и, в принципе, релогаемся домой. Так, все, я только заспавнился дома, побежали, в принципе, поставим номера по бурику. У меня, кстати, випка до 124 дня, ни хрена себе. Так, давайте, все, где майбах? Майбах, майбах, достаем его. Вот он, майбах. Так, открываем и ставим сейчас на него номера. Все, заебись, поставил. Так, теперь надо тачку переспавнить. В принципе, эти номера нам покажутся на тачке. Во, пацаны. А, шикардос. Вообще заебись. Осталось только цвет какой-то выбрать, в принципе, на эту машину. Потому что я хз, какой цвет здесь выбрать. Нитро, я не знаю, сколько здесь стоит. Можно сейчас ездить, будет посмотреть, в принципе, на этом. Давайте я поеду, думаю, перекрасим в этой серии его. Блин, майбах вообще красавец такой. Еще на full blood номерах, пацаны. С вас просто обязательно лайки. Я очень хотел эту машину еще давно. Я вот думал покупать это ламбу, помните, когда я ламбу купил, либо купить майбах. Я купил ламбу, теперь у меня есть майбах на full blood номерах, пацаны, это очень классно. Потом, если что, когда выйдет R6, я просто майбах. Ну, если я прям пиздец захочу R6, я просто майбах солью в хост, 108 миллионов, и с него заберу номера. Но мне еще номера нужны, поэтому по-любому нужно будет крутить рулеточку, пацаны. Ну что ж, короче, погнали в ИСТО, там уже продолжим. Так, все, я приехал, в принципе, в ИСТО. Давайте посмотрим, что-то по ценам починить, перекрасить авто, 50 тысяч стоит. О, азот стоит всего лишь 500 тысяч, вообще заебись, пацаны, диски. Диски я менять не буду, наверное, азот поставим, 500 тысяч, в принципе, я думаю, это нормально. Сигнализация 2 миллиона, капитальный ремонт 500 тысяч, гидравлика стоит 500 тысяч, покрасочные работы стоят 500 тысяч. Я думаю, на майбах нету покрасочных работ. Не, нету, видите. Давайте, я думаю, поставим, сначала перекрасим авто. У меня есть два цвета, это 154, а ну, салон красится, кстати, или нет? 154, ну хотя нет, 154 такой себе цвет на самом деле. Так, 154, какой, а, 156 я хотел. Так, отмена, хотя 154 тоже неплохой, но синий майбах такой себе, знаете, 156, один. Вот такой вот можно сделать цвет, в принципе, я думаю, неплохой будет, да? Вот такой вот цвет майбах, в принципе, я думаю, вообще будет шикардос. Поэтому давайте, я думаю, поставим такой цвет, потом нитро поставим, точнее азот. Ну и, в принципе, все, я думаю, диски ставить смысла нету. Shadow, блядь, не, ну это перебор, мне кажется, будет насчет дисков, поэтому ставим классические диски, в принципе. Ну и все, больше по нем ничего делать не надо. Сколько чип стоит? Чип у нас стоит, гидравлика 150 тысяч, на этот гидравлику ставить я не буду, покрасить работы, ускорить авто 2,5 миллиона, нет, это я точно делать не буду. Все, нитро поставили, покрасили, этого, я думаю, хватит вполне.
прикольная тачка. У меня был Майбах когда-то, помните? На номерах 3-9. Это реально чисто такая статусная машина, пацаны. Я думаю, вы понимаете. Вообще, по кайфу на нем ездить. Он такой, блин. Мне просто Майбах этот очень нравится. Старый тоже был неплохой, но это Mercedes Майбах S600. И вообще, красавец такой. Я думаю, вы меня поймете. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Ах да, давайте я вам объясню немножко еще. То вы там в комментариях не бомбили. Смотрите, вот эти деньги, они уйдут на семью. Видите, 26 миллионов. Ну не все деньги, в принципе, там 23 миллиона точно уйдет на семью. Но 3 миллиона это там лям закинуть в общак, в принципе, там, ну вы поняли. А, я сейчас решаю, либо, пацаны, мы либо покупаем пару машин в семью, там 4 штуки, допустим, это 2 Раптора, там и 2 И63-х Мерседеса. Либо покупаем с 20 миллионов бизнес хороший, который будет нести, ну хотя бы 200 тысяч в день, и уже будем копить тогда. Тем более сейчас все равно школа, особо никто в семье не играет. Как бы сейчас давайте посмотрим фо. Вот, мало людей, сейчас 12 часов. В топе мы по-любому, по-моему, до сих пор на первом месте, да, в принципе. Поэтому нужно решать, пацаны, либо бизнес, либо машины. У нас сейчас есть машины в семье. Это 4 тачки у нас есть, по-моему. Список всех машин. Это 2 М5 и 2 кабанчика, в принципе, 600. Поэтому пишите в комментариях, что думать. Я, на самом деле, лучше такой, чтобы купить бизнес, чтобы копить бабки. А то мы потратим сейчас все деньги на машины, и толку от этого не будет. Да, будем ездить на нормальных машинах, грубо говоря, но а толку от этого особого не будет. Поэтому пишите в комментариях, пацаны. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.